Посадка пассажиров объявлена. Новый фирменный двухэтажный поезд из Ульяновска отправился в 20:42, а утром следующего дня прибыл в Москву. В подвижном составе 14 вагонов, в том числе с купе для маломобильных пассажиров и вагон-ресторан. Перед отправкой в полной готовности не только подвижной состав, но и его персонал. Я уже работала в таком поезде. Нас обучали, отправляли работать, чтобы узнать, какой поезд, как работа происходит. Как бы для меня это не новое. Один из купейных вагонов нового поезда превратили в путеводитель по Ульяновску. В каждом купе информационные плакаты с изображениями основных достопримечательностей и знаковых мест города. Перечисляются причины посетить регион. В этом вагоне вы найдете 16 причин, чтобы посетить Ульяновскую область. На двери каждого купе есть QR-код. Нанося смартфон на QR-код, вы погрузитесь в Ульяновскую область на страницу данного объекта. Первые пассажиры еще до отправления успели оценить новые вагоны. Важность и знаковость событий отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он оценил технологичность фирменного поезда и поздравил ульяновцев с долгожданным запуском подвижного состава. Пошли, посмотрели. Действительно, все сделано с точки зрения удобства для пассажиров. Второй этаж позволил на 30% увеличить количество пассажиров, а это, в свою очередь, дало возможность снизить цены. А для нас, для жителей Ульяновского региона, это немаловажно. Для ульяновцев это, на самом деле, я считаю, очень хороший и замечательный подарок. Запуск двухэтажного поезда – один из этапов программы развития маршрутной сети. Сейчас в регионе также продолжается работа над развитием новых направлений сотрудничества с Куйбышевской железной дорогой. Мы планомерно работаем над потребностями пассажира. Мы понимаем, что необходимо пассажиру необходима скорость, безопасность, комфорт и стоимость. Одной из центральных тем остается обновление подвижного состава. Со второго полугодия 2022 года на пригородных маршрутах Ульяновск-Инза и Ульяновск-Димитровград начнут работать рельсовые автобусы «Орлан». Это позволит сократить время поездок. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.